Всем привет! Вы на канале Мясожор, с вами снова я, Максим. Сегодня приготовим вот такое вот чудесное блюдо. Называется багет с курицей и грибами. Отличная вещь, это можно воспринимать его и как отдельное блюдо, и как перекус, и конкурент любым другим перекусам, и в дороге, и просто начать утро с такой замечательной штуки. С кофе просто класс! Рекомендую приготовить его очень быстро и без всякой заморочек. Смотрите как. Для приготовления мне понадобится, собственно, два багета. Ну, я не знаю, какие в магазине нашел. Можно даже покороче, не такие большие. Итак, парочка нам понадобится. Куриное филе. Грудка. Вот, одна штука. Дальше нам понадобится луковица. Ну, возможно, не такая большая. Возьмем, наверное, от нее половинку. Также понадобится помидорка и 200 грамм грибов. У меня шампиньоны, тут не принципиально, можно брать вешенки, любые, короче. Даже можно сушеные грибы взять, сушеные, тоже будет вкусно. Сметана 200 грамм, можно нежирной, твердый сыр, любой подойдет. Зелень, у меня петрушка, укроп, на ваш вкус. Соль, перец черный, молотый и немного растительного масла для обжарки. В принципе, все. Начинаем готовить. Первым делом нарезаем курочку небольшими вот такими вот кубичками. Мелко изрубили грибы и лук. Вот так вот. Несколько грибочков порежьте вот так вот красивенько. Вот так вот. Не разрезайте полностью. Мы их обжаривать потом будем, я вам покажу. Они нам нужны для украшения. На растительном масле обжариваем курочку до готовности. Это где-то у нас займет до 5 минут. Как видите, добавил уже сюда лук и грибы. И продолжаю обжаривать. Под конец приготовления хорошенько посолим. И, конечно, черный перец поперчим. Теперь нам нужно добавить сюда сметану. И хорошенько перемешать. В принципе, на этом оно у нас уже блюдо будет готово. Но мы еще минутку-две прокипятим всю эту массу со сметаной. Итак, подготавливаем багеты. Разрезаем их вдоль. И как видите, я один уже сделал. Вот, весь, всю мякушку отсюда выбираем. И вот такие вот у нас две лодочки. С каждого багета получится. Всего 4 лодочки. На этом подготовка багета у нас завершена. Так, багеты начиняем нашей начинкой. Выложили. Теперь положим помидорки сюда. Я их порезал тоненькими такими вот слайсиками. И теперь их раскладываем сюда. Так вот. И добавим по грибочку. Те, которые мы ложили для красоты. Вот так вот сюда положим их. Теперь немножко зеленушки. Также зелень мы оставим для украшения. Вот так вот будет достаточно. И сверху посыпаем все это тертым сыром. Вот так вот. Кто как любит. Кто любит побольше, кто любит поменьше. Вот так вот. Ну, чем больше сыра, тем будет вкуснее, конечно. Сыр не жалейте. Ложите хорошо его. Вот так вот. В это время можно уже поставить разогревать духовку. Где-то до 180, до 200 градусов. У кого какая, то есть почти на такую достаточно горячую духовку.
И выстилаем противень или какую-нибудь жаропрочную форму, в которой вы выпечку готовите. Главное, чтобы по размерам подошла, чтобы наши багеты туда легли. Отправляем в духовку 200 градусов примерно 15-20 минут. Смотрите сами, у всех духовки разные. Все, достал. Блюдо уже готово. Посмотрите, какая прекрасная закуска или перекус, или такая вот блюдо в дорогу получится. Класс! Честно, не удержаться, слюнки уже текут. Сейчас будем дегустировать. Супер вещь, рекомендую. Фору даст многим шаурмам и другим, и хот-догам, и любым другим перекусам. Калорийное, вкусное, полезное блюдо. Так что на этом все. Рекомендую. Кушайте, готовьте с удовольствием, наслаждайтесь. Пока!